уважаемые участники штаба, да? У нас по дорогам тот весны, вы, да? То, что сосал щит. Значит, работа началась, работа ведется активно. Я попрошу каждым днем хорошим дорожить. Для нас это очень важно. Погода, то дождь, то или еще что-то, да, поэтому это первое. А второй момент. Те недостатки, которые они еще сохраняются, попрошу. Кстати, смотрю отсюда снизу, смотрите, да? Кирпичок лежит. Просто подставлю. Если мы там окончательно и сделаем кладку, да, видите, да? Нет, замажете, он выпадет. То есть надо немножко, еще пока не поздно, соответственно, укладку сделать правильно. Понимаете, да? Вот, допустим, хотел похвалить, хорошо, но надо правильно сейчас еще дальше работать. Так, значит, Сергей Михайлович, я еще раз вас прошу, Олег Викторович, я понимаю, что работы много, но я, допустим, здесь раз в неделю, вы находите возможность проезжать и постоянно какие-то коррективы контролировать. То есть что-то сделано, что-то не сделано, есть по объективной причине, да? Мы сейчас пока не дойдем до самого конца, я попрошу, Олег Викторович, вы еще раз дойдите, посмотрите, а мы пока поедем на входную часть города со стороны города аэропорта. Красноярска, аэропорта, посмотрим там, как у нас незаконная реклама, временные сооружения и просто наведение порядка.